Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией. Долгие годы праздник носил название «День милиции», а с 1 марта 2011 года стал называться «День сотрудников органов внутренних дел России». Сегодня в Якутии насчитывается 7 тысяч человек личного состава МВД республики, из которых 5 500 – сотрудники полиции. Я хочу сегодня поздравить свой большой многотысячный коллектив по республике Саха-Якутия, ветеранов наших, с праздником сотрудника органов внутренних дел. И сегодня могут служить те сотрудники, которые с чувством, высоким чувством ответственности, с преодолением вот этих нагрузок, потому что на сегодняшний день у нас максимальная пропускная способность после сокращений. Поэтому пожелайте им исполнения желаний, карьерного роста, профессионализма и, наверное, чуть поменьше работы.